În această zi de Sfântul Ilie, de pe masă nu trebuie să lipsească fructele și legumele și un pahar de vin bun. Cel mai important este să avem castraveții care se mănâncă cu miere. В день Святого Ильи в церквях проводятся праздничные службы, освящаются фрукты и овощи, которые затем подаются дома к столу. Сегодня после литургии клирик Свято-Георгиевской церкви Виталий Шинкарь показал, как именно чтить эту традицию. И такая традиционная история. У нас к этому времени вовсю уже зреют огурцы, яблоки, у нас появляется первый мед замечательный. И мы, конечно же, со стаканом доброго молдавского вина, замечательного, прекрасного, вкушаем эти плоды. Есть традиция обмакнуть огурец в мед. Вот вкусить эту радость и поблагодарить Бога. Великий пророк Илья считается защитником урожая и повелителем дождей. Самое важное – это то, что этот человек сражался за свой народ. Он его любил и хотел, чтобы вот народ хранил веру, любовь, чтобы его народ не предавал Бога. Стоит отметить, что имя Илья достаточно популярно в нашей стране. В Молдове проживают около 10 000 человек по имени Илья. Светлана Турку, Дмитрий Паршуков, Акчент ТВ.